средневековье, мечи, доспехи, турниры и, конечно же, рыцари. Мы решили спросить у зрителей и участников Кубка Динамо, что же должно быть у настоящего рыцаря. Конь. На самом деле... В первую очередь конь. Да. Но сюда не пускают с конями. А где рыцарь держит коня? В стойле. Какие домашние дела должен делать рыцарь? Жену на руках носить, естественно. И борщ сварить. Поднимать стульчак. Пидорить толкан. Короче, у нас есть тема с женой, опять-таки. Она мне говорит: Каменев, приходишь домой, пидоришь толкан. И что вы думаете? Каменев приходит домой, пидорит толкан. Что должно быть у настоящего рыцаря? Главное, чтобы настоящий рыцарь имел яйца и трусы, и чтобы защищать те самые яйца. Зачетка со всеми пятерками. Я думаю, оружие какое-то. А каких размеров должен быть меч? Что за провокационные вопросы? Самый большой должен быть меч. Чем больше, тем лучше. Главное, чтобы рукоятка была большая, а то держать неудобно. Размеры... Чтобы под обыском проходил. Размеры четко регламентированы. Чтобы как монетка было закругление, чтобы было не слишком больно. Вот такой, чтобы жене нравилось. Размер не главное, главное, чтобы нравилось жене. Вот. Вот такой!